Привет, друзья! Я сегодня чудесным образом довольно рано освободилась. 2 часа дня, я уже, в принципе, все дела сделала. Так что можем предаться с вами чтению. Единственное, что, конечно, самое важное, что надо выяснить, будете ли вы смотреть завтра, ну, то есть для вас уже сегодня, спецэпизод «Друзей». Самое важное из всей недели чтения информация, потому что я нет. Я уже посмотрела трейлер, я уже обрыдалась, уже во время просто просмотра трейлера, на дне рождения, сидя. Поэтому я решила, что лучше не надо, поберечь свои нервы. Плюс, конечно, это, наверное, не очень красиво звучит, но у меня в воспоминаниях они все такие прекрасные, молодые, влюбленные. А сейчас они уже все, конечно, постарели. Ботокс в Кортни Кокс уже весит, мне кажется, в общей сумме больше, чем вся ее, да, все ее тело, ее мышцы. Мышечная масса, поэтому как-то не хочется мне смотреть на таких друзей. Но самое главное, мне не нравится концепт. Это, конечно, наверное, было мудро, да, со стороны вот создателей сделать такое ток-шоу, где будут именно не персонажи друзей, а их актеры сидеть и вот вспоминать, да, сериал, такое ностальгическое шоу. Но конечно, это совсем не то, чего я ожидала, и мне кажется, не то, чего многие фанаты ждали на протяжении всех этих лет, когда их кормили завтраками и обещали продолжение «Друзей». Плюс мне не нравится огромное количество приглашенных звезд. Это все намекает на то, что очень много эфирного времени будет уделено каким-то BTS, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер. Зачем они мне нужны? Я пришла сюда смотреть «Друзей», а не слушать BTS, извините, пожалуйста. Так что вот, немножко побубнила. Как же без этого? Ни один день не начинается без бубнижа. Теперь можем продолжить и выбирать книжку для чтения. Кстати, знаете, что это? Это книжные покупки. После недели чтения будем распаковывать. Так, ну, так как погода за окном, в принципе, не изменилась, конечно, получше, чем вчера, но все так же пасмурно и влажно, то у меня и такое меланхоличное настроение, хочется чего-то, какого-то такого задумчивого. Так что надо сразу идти к этой полке. Кафка и компания. Можно, кстати, взять Йена Бэнкса «Песнь камня», книга, которую сравнивают с замком Кафки. Она у меня в планах на год, по-моему. Блин, я уже так давно не заглядывала в планы на год, что я уже даже не помню, что у меня там конкретно. Можно взять нонфикшн «История меланхолии». Но нонфикшн, наверное, будет долго читаться. Плюс после работы читать спешно нонфикшн и снимать об этом влог, мне кажется, я не потяну. Я уже и так начинаю немножко выгорать. Так что ладно. Так. Ой, кстати, можно взять Ольгу Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов». Но ее я хотела брать в какую-то поездку за город, в лес куда-то, потому что действие происходит в лесу, и там очень все страшно, говорят. Я хочу прям ночью где-то вот в каком-то, да, домике закрыться ее читать. Так что ладно, пока ее оставим. А вот, кстати, ого, застрял. Претендент номер один с такой вот стильной, краткой обложкой минималистичной и довольно большим шрифтом. Антонио Муньос «Малина. Зима в Лиссабоне». Я, честно говоря, не знаю, вообще не имею ни малейшего представления, что это за книга, что это за автор. Этим и интересно, потому что, да, такой вот кот в мешке, в общем. Кстати, о вчерашнем видео. Можно еще взять же этого самого якобы фон Гутена Роберта Вальзера. Вот. Вот же у меня еще задумчивая японская полка. Можно взять Мураками, но Мураками я хотела читать с папой. Можно взять Кобо Абе, кстати, но он слишком какой-то тоненький. Тут прям никакого особо погружения не будет. Ну вот давайте. «Зима в Лиссабоне» прям супер претендент. У меня как бы меньше всего вопросов и нюансов по отношению к этой книге. Вот если Роберт Вальзер, да, он все-таки, мне кажется, сложноват будет для этой недели чтения, и я точно выгорю и сойду с ума, и, возможно, ее не закончу, то «Зиму в Лиссабоне» можно почитать. Я помню, что в этой книге меня просто покорила аннотация. Там было что-то связано с Борхесом.
В этой книге, построенной на тонкой, почти бодлеровской игре символов, сочетаются драматический сюжет, детективная интрига и пронзительная любовная линия. Причудливые синтаксические конструкции, где слова нанизаны друг на друга, словно только что рожденные звуки под пальцами саксофониста, отсылают читателя к джазовой стилистике, а музыка и кино здесь дополняют и оттеняют смыслы. Вот, Малина написал когда-то, что на его становление как писателя больше всего повлияли Сервантес, Борхес и Толстой. Его проза – лучшее подтверждение тому, что он унаследовал настоящее мастерство от своих великих предшественников. Если все так, то это вот один из претендентов на лучшую книгу года, так-то. Поэтому начнем читать, и мне очень нравится вот такая минималистичная обложка, она, да, такая какая-то вот стильная. Она прям, да, как будто заявляет, что содержание настолько прекрасно и настолько само за себя говорит, что даже никакие яркие цвета, финтифлюшки, завлекательные надписи на обложке не нужны, чтобы ты взял эту книгу читать и оценил ее по достоинству. Такая вот стильная, строгая обложка, как маленькое черное платье, или как обычный такой вот мужской черный костюм. Короче, ладно, все, начинаем читать. Я уже саму себя так заинтриговала, что мне теперь ужасно любопытно. Что-то мне уже не нравится, как это написано. У меня, знаете, такой критерий: если мой внутренний чтец начинает читать книгу каким-то таким пафосным голоском, то это такой звоночек, что написана она не очень хорошо, как-то вот претенциозно, и здесь вот то же самое. «Я больше не поддаюсь на шантаж счастьем», сказал Биральбо после небольшой паузы, глядя в спину удаляющейся официантки. «Нет, ты не понимаешь. Ты ведь наверняка тоже, проснувшись однажды утром, сообразил, чтобы чувствовать себя вполне живым, вовсе не нужно ни счастья, ни любви. Это огромное облегчение. И так просто, будто протянул руку и выключил радио. Наверное, просто смиряешься». Я насторожился и перестал пить. Испугался, что если выпью еще, начну рассказывать Биральбо о своей жизни. «Нет, не смиряешься», — сказал он так тихо, что гнев в его голосе стал почти незаметен. «Это еще одно католическое суеверие. Просто научаешься и начинаешь презирать». Вот этот пафосный тон, и никак же иначе ты не прочитаешь, ну, вот эти вот какие-то глупые, примитивные цитатки из «Контакта». «Я больше не поддаюсь на шантаж счастьем». Обычным голосом оно даже не звучит. Это нужно говорить исключительно «Я больше не поддаюсь на шантаж счастья». И вот эти вот такие ванильные, слащавые цитатки, которые говорит вроде как такой дерзкий, строгий мужчина, такой циник, разочарованный в жизни, который прошел через много преград и очень многое понял. Это все так нелепо. Он говорил о Лукреции иронично и отстраненно, так, как говорят иногда о самих себе, пытаясь создать прошлое. Впрочем, извините, я уже просто не могу по-другому читать, но это невозможно. Впрочем, в то время ему самому казалось, что его не существует. «Он как будто истачивался», — сказал он мне, — «как будто его истончало трение о воздух, общение с людьми, пустота». Тогда он осознал всю нерасторопность времени в закрытых помещениях, куда никто не ходит, и упорство тления, веками работающего над тем, чтобы обезобразить картину или превратить в пыль каменную статую. А вот, кстати, мои планы. Все очень печально. Дон Кихот не прочитан, Пруст не прочитан, Ирвинг не прочитан, Салман Ружди не прочитан, Павич не прочитан, Вудхаус не прочитан, Диккенс не прочитан, Стейнбек не прочитан, Троллоп не прочитан, Приключения Хамфри Клинкера не прочитан, можно наложить на бит, и будет какая-то рэп-песня. Харуки Мураками не прочитан, Ёжи Фицовский не прочитан,
Давид Гроссман не прочитан, Михаил Герман не прочитан, Борис Носик не прочитан, Бэрроуз, Хантер Томпсон, любовница Витгенштейна прочитаны, Крыжи Жановский не прочитан, Песнь камня не прочитана, Безутешная не прочитаны, Евгенидис и Джон Бойн прочитаны. Определенно нужно поднажать. Смотрите, какие мама приготовила суши. Мне кажется, можно уже открывать нам суши-ресторан. И рядом кондитерскую, потому что тортики у нее не менее прекрасны. Ну все, сезон пионов открыт. Я не могла быть более счастливой. Вот, посмотрите на лицо довольного, идеального мужа. Довольного. Зашли в магазин этой, как это, косметики называется или как? Бытовых товаров. Бытовых товаров, да, за смывкой для лака. Я пока стояла в очереди, углядела себе еще такие очёчки стильные. Мне женщина на кассе говорит: о, очёчки, а я все думала, кто же их купит? Только такой фрик, как я. Прочла я уже примерно страниц 100, и это просто тихий ужас. Все так и осталось пафосно. Излишне как-то слащаво, с этими всеми цитатками, с этими странными претенциозными героями. По сюжету наш рассказчик встречает своего старого друга, которого он там уже не видел несколько десятков лет. Сейчас дети кричат. Вот, и начинает расспрашивать, что ж там у него было за все это время. А вот этот друг, он играет на пианино в баре, и он весь такой загадочный, он все время пьет, у него такой отстраненный взгляд, презрительное выражение лица, опять же, человека, который через много всего прошел. И он начинает рассказывать свою историю любви. И это все так нелепо выглядит, так как-то надумано, надуто. Это все равно, что как дать ребенку в руки сигарету, бокал виски и надеть на него черную шляпу, понимаете? Но это не сделает его круче, это сделает его ребенком с сигаретой, бокалом виски и черной шляпой. Все, так же и эта книга. Если каждый раз писать, какой у тебя загадочный главный герой, как он томно вздыхает и отпивает джин с тоником, это не сделает его крутым. Это не сделает его загадочным. Точно такая же история о любви. Если каждый раз писать, как он скучает по поцелуям ее кожи и все остальное, это не заставит читателя верить в эти чувства. И вообще просто, знаете, мишура эта вся книга. В ней внутри ничего нету. Просто яркая обложка, описание, какой классный вот этот герой, какой он весь такой из себя независимый циник. Какая у него восхитительная возлюбленная и какая у них сильнейшая любовь. Все. Чувств вызывает ноль. Так что это явно прокол. Я уже хочу дочитать, может, там что-то изменится. Нам же там в аннотации намекали на детективный сюжет. Может быть, что-то как-то куда-то вильнет. Но это прям мучение, серьезно. Я! На. Ой. Идем.
будет очень короткий день, потому что нам сегодня надо премьерный показ Круэллы. Единственное преимущество того, что я журналист, я могу бесплатно ходить на всяко-разные мероприятия, а потом шантажировать друзей, что я им расскажу суть фильма. Думаешь, это пойдет на Круэллу? Да, Саша очень хотела. Если бы не на Левобережной, я бы ее с собой взяла, а не тебя. Но ей Круэлла же интереснее, чем тебе. Ну ладно, да. Я бы и так вообще пошел просто за компанию. Вот. Так что у меня сегодня не будет особо много времени читать. Снимать я тоже не смогу, даже всякие прикольные кадрики. Типа, ой, смотрите, я зашла в зал. Ой, смотрите, я ем попкорн, потому что наши телефоны там точно положат в этот конверт, чтобы мы там ничего не наснимали втихаря, не слили информацию до премьеры, все дела. Так что даже снимать особо будет нечего. Увидимся позже, если я буду не сильно мертвая вечером. После сеанса я еще что-нибудь подключусь, поболтаю. Мы даже можем получить бесплатный попкорн и напиток. Так что нас даже накормят и напоят. Кайф, у нас первый ряд. Можно было даже линзы не надевать, в принципе. Свободе, дышите воздухом свежим. Очень крутой фильм, очень крутой фильм. Это прям стоило того, что сейчас уже 10, а мы только едем домой. Тебе понравилось? Ты смотришь, как будто мы такие старые, с того, что уже в 10 надо в кровати. Ну да, мы, а во сколько мы в кровати? Сколько ставишь? Ну, я хотел 8, но ты сказала 9, и я тоже думаю, что 9. Представляете? 9 из 10 от нас двоих с Иваном. Это прям очень высокая оценка. Я очень надеюсь, что этот фильм получит Оскар за костюмы. Они просто шикарные. И этот стильпанк, и этот образ такой сумасшедший, и Эмма Стоун просто... Короче, все очень классно. Вообще темно, ничего не видно. Поэтому, может быть, еще дома подключусь. А если нет, если я усну, как только переступлю порог квартиры, то прощаюсь. Пока, друзья, до завтра.